Чтобы хорошо бороться, нужно много бороться. Это Фауст Гёте сказал. Ты сейчас серьезно? Нет, конечно. Всем привет, меня зовут Васильев Сергей. Я являюсь тренером по дзюдо в клубе Ronin Family. А сегодня мы рассмотрим бросок Оу Чигари зацеп изнутри. Рассмотрим какие-то нюансы и подводящие упражнения. Стоим на одной ножке, опорной, и с нее толкаемся. Правой ногой делаем движение, как циркулем по окружности. Пяточку заводим. Заводим за пяточку. Вот сюда. И толкаемся. И все соединяем в одно движение. Партнер стоит у стеночки, прижался, чуть-чуть ножки вытянул вперед и присел, как будто на стуле. Вы руки кладете на плечи и начинаете выполнять упражнение. Правой ногой подшагиваем к его правой ноге, выполняем скрестный шаг, подшагиваем левой. И затем правую зарядили, таз вперед, подаем. И выполняем зацеп. Движение правой ногой производим как циркуль. Убираем. Раз, два, три. Раз, два, три. Классический захват у нас. Партнер стоит. Фонтанно. Правой ножкой подшагиваем к правой ноге, чуть дергиваем вниз. Вот вниз, вверх. Вот такое движение. Сами уходим вниз. Подшагиваем, делаем скрестный шаг. Вот у вас движение. И уходим вниз. Очень важно сгибать ножки и уходить вниз. Вот сюда. Руками работаем, когда подшагиваем правой ногой, чуть-чуть подергиваем его наверх, провоцируем его на атаку вперед, через спину, подхват. Потом, когда подшагиваем уже левой ногой, нужно его чуть-чуть сюда осадить. Тянем руками вниз, правой рукой желательно чуть-чуть его плечо раздеть, вот сюда. И нагрузить тем самым вот эту пяточку. Вот сейчас у него упор на пяточке. Бросок Учигари с заведением партнера за себя. Опять же, левой ногой подшагиваем. Правой ногой за собой. Вот. Когда завели, вот. Шагнуть,